нас готовится и приглашается под ваши бурнейшие овации Алексей Игоревич Мухаметжаров, Красный Уголинка! Вес 74 килограмма, рост 180 сантиметров, прозвище Муха. И, конечно же, он, смотрите какой, молодой, еще и с тренировками. А просто парень и хочет попробовать и проверить себя. Говорит, что он консультант по продажам. Аплодисменты Алексею Игоревичу. И в синий угол ринга приглашается из города Кемель-Черкассы. Прозвище Мозгун. Мозгунов Сергей Александрович! Готовый к бою? Да. Как размялся, все хорошо? А почему Мозгун? По фамилии? И мозги вправляешь? Нет, по фамилии. Браво, аплодисменты. Готовый к бою? Да. Полностью размялся. Уважайте друг друга, я напоминаю, что у вас спорт. И вы отличные бойцы. А это ваша поддержка. Браво! Руки пожали. Работаем по правилам, внимательно слушаем команду. Давайте, мужики! Давай-давай, посмелее! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Раз, угол, два, тебе. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, руки держи. Давай, Серега, аккуратненько. Ай! Серега, работай, гол, ну еще, больной бег! Стоп! Врача, врача, срочно врача! Капу! Срочно врача! Ты не дают выжимать. Врача! Врача! Срочно врача! Врач! А, здесь он уже, все. Не вижу его. Давайте все-таки поаплодируем. Сергей Александрович нагировался. Скучаем. И, конечно же, у нас в этом поединке побеждает Мухаметжаров Алексей Игоревич. Но всем грамоты. Передадите, пожалуйста, Мозгунову. Да, награждается у нас. Ему передадут обязательно Алексей Игоревич. Я понимаю, что, да, бой, вы хотели еще. Но у вас есть, думаю, шанс, возможно. На ваше личное усмотрение можете подойти потом к главному судье, если хотите попробовать себя еще с каким-то бойцом, если тоже он захочет. Ну а мы вас награждаем бурнейшими овациями. Браво! Уважаемые леди и джентльмены, объявляется небольшой перерыв